Охлощенная берета сделана из боевого образца. Интернет-магазин «Попади в десятку». Этот пистолет стоял на вооружении и был деактивирован российской оружейной компанией. Отличия от боевой модели остались минимальными. Он может стрелять самовзводом и заранее взведенным курком. Флажковый предохранитель двусторонний. Прицельные приспособления, привычные для беретты. В стволе стоит втулка, пропускающая только пороховые газы и огонь. Кнопка сброса магазина находится ближе к пятке рукояти. Он вмещает 8 светошумовых патронов 9 на 19. Все оригинальные клеймы здесь сохранены. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.